Всем здрасте, сегодня мы играем за клоуна, карта у нас поместье Макмиллан, аж два чувачка я поставили, плюс крючочки. Будет довольно-таки сложная, я думаю, у нас игра, но посмотрим, посмотрим. Сразу чекнем. О, сразу сурвы показываются. Дальше побежал. Да. Чё-то немного тупанул. Это хит. Но я 4 бутылки потратил, чтобы его просто догнать и тонуть. Жесть. Жесть на самом деле. Офигенно, еще здесь окно заспавнилось. Что это за автоорех? Расскажите, пожалуйста, потом, окей? Фонарей вроде не было. Два гена сразу моментально есть. Причем два близких гена, то есть... Вообще офигенно, у них тут все. Я думаю, я просто не буду отходить. Отыгрываем от кемпа. Скорее всего. Ага. Попробуем еще этому хит дать. Ага. У нас уже имеется 5 жетонов. Ни одной палетки пока еще не выбито. Но имеем, что имеем. Тот не чинится, ген. Откатим. И, наверное, можно возвращаться. Такс. Разыгровочку начали. В целом. Немного отыграли от генщиков. Сломаем, наверное, все-таки здесь. Сюда. Удивлен, что никого нет здесь на подсейф рядом. Такс. Нам нужно душить, причем срочно. Надо, чтобы мы отыграли, наверное, от минус одного. Ну,
типа спасают, скорее всего, сейчас. Нам нельзя этого допустить. Вот так. Чекаем, чекаем, там лечится. Да ладно, успели пробежать все-таки. Еще, наверное, Нея, да? Нам за это нельзя бегать. Вон у нас цель последняя. Меня опять придерживает что-то, вы видели это? Ну смешно. Такс. Да не вопрос. Чувачок, да не вопрос. И ты не вопрос. Просто понесем на другой генчик. Точнее, на другой крючочек. Серьезно? Ладно. А у них у всех крюки пилить, да, стоит перк? Ждем. Наверное, у всех у них, чтобы быстро, ну, быстрый вставайк или как это. Опа, не успел, чувак. А куда он делся? Ой-ой. Оставим, там уже бегут спасать. Уже спасли. Вот такой вот прокид делаем. Ага. Просто задушим, наверное, сурва. А этот бегает, крюки ломает. Ну, нам нужно ее просто задушить. У нас один сурф остался. Как же они подставляются? Это же красиво. И это подставилось, а? А те двое быстренько чинят, я так понимаю. Но в целом любого из них было бы неплохо поймать. Ну лучше, конечно же, Мэг.
Такс. Жесткие сорвы. Очень сильно подставляются. Второй сюда. Что-то у них не получилось. Самую малость. Пойдем по следам. Смотрите, смотрите. А, не, в этот раз заранее нажал орех. Вау. Я удивлен. Но в тот раз это просто, ну как это было? Очень странно, очень странно. В прошлый раз он как-то так орешек прожал, ну... На мой взгляд, прям автоорех. Ну, GG, ластовый сбегает, я так понимаю. Сломаем палеточку. Хотя он держит до последнего. О-о-о-о. Ошибка, ошибка. В этот раз у него не получилось. Я просто решил посмотреть рядом, кто есть или нет. Мало ли все-таки удастся нам сделать минус 4. Опачки. Сюда. Палеточка.